Доброе утро, моя любимая страна. Добрый ранок, Украина. На часах 8 утра, и у нас вот такой новый гость. Гостью зовут Боня. Боня к нам приехала на плановую операцию, которую мы вам покажем. Операция называется стерилизация. Боня уже в состоянии релакса. Боня. Это еще не наркоз, это только расслабляющий препарат. Владельцы уже ушли, и мы продолжаем. Поэтому, кому интересна данная тема, пожалуйста, присаживайтесь и смотрите продолжение нашей истории. Наша красавица уже на операционном столе. Находится в состоянии полной седации и полного наркоза. Мы идем вперед, и как всегда, я всех прошу, кто смотрит, кто переживает, поддержите, пожалуйста, колочки, чтобы наша история прошла тихо и спокойно, чтобы все было хорошо, чтобы наша красавица перенесла легко и просто данную операцию. Снова идем вперед. Наша операция подошла к логическому завершению. Есть в операции начало, есть завершающая часть. В данный момент мы закончили операцию, красавица ее успешно и легко перенесла. И при таких операциях очень часто владельцы задают вопрос: «Доктор, а большая раневая поверхность при таких операциях?» Лучше не расскажу, а покажу. Вот смотрите, вот ножки, вот животик. А вот здесь маленькая такая точечка. Вот через эту точечку мы и провели операцию. Ниточки отпадут через 2,5 недели, и все будет хорошо. А наша задача сейчас переместить красавицу в послеоперационный бокс. Пускай просыпается. Наша история продолжается. Красавица там проснулась, реагирует на меня, реагирует на вас. А через несколько минут за ней приедет хозяйка. Приедет хозяйка и заберет ее домой. И на этом наша история заканчивается. А вам всем спасибо, что держали кулачки за нашу красавицу. Все прошло отлично. Все прошло хорошо. Наша история подходит к логическому завершению. Хозяйка за дверью, в ожидании. Красавица уже в сознании. Сейчас на лапке ищу катетер. Мы его снимем, расскажем владелице, что делать далее. Шаг за шагом идем к выздоровлению. Поэтому на сегодняшнем примере хотел вам показать, что такие операции спокойно и тихо проходят. Решение за вами, делать или нет. Наше дело, мы его выполняем и вам показываем. Всем спасибо и хорошего дня.